Михаил Александрович, как, это информационное агентство «Взгляд на профиль» Филипп Кочетков. Вот вчера в медиа, российские СМИ, многие распространили информацию об исследовании агентства Zoom Market о том, что Саратов является самым пьющим городом в Российской Федерации. Вот как вы прокомментируете вот это исследование? Да никак не прокомментирую. Во-первых, я его не читал сам, а во-вторых, я так не считаю. И агентства, которые там какие-то замеры сами придумывают, сами какие-то показатели закладывают. Вот. Вы сами так считаете? Я? Нет. Ну, я тоже сам. Вы меня спросили, как гражданин и как руководитель. Вот я вас спросил, как журналист. Вот у нас мнение одинаковое. Вот вы сами себе и ответили. Поэтому кому-то нужно вот эти будораживания. Я не считаю. У нас нормальный город, нормальная молодежь, нормальное студенчество. Ну, поэтому... Спасибо.